Всем привет! Представляем вашему вниманию чай Лиджи Хунча в золотой пачке и жестяной баночке весом 100 граммов торговой марки Чабао, что означает «чайная драгоценность». Крупный темный лист Лиджи Хунча сдобрен соком спелой китайской сливы, популярного фрукта Юго-Восточной Азии. Экзотический аромат Лиджи прекрасно дополняет медово-фруктовый букет красного фудзянского чая. Его настой повышает тонус и помогает согреться, улучшая кровообращение. Рекомендуется пить в холодное время года для профилактики простуды. Чай хорошо заваривать как в глиняной, так и в фарфоровой посуде. Выдерживает несколько проливов. Для заваривания лучше использовать воду около 95 градусов. Если заваривать чай проливами, стоит взять около 6-7 граммов чая на китайский чайник объемом в 180-200 миллилитров, а для длительного настаивания взять около 3-4 граммов и заваривать в течение 3-5 минут. Чай фасуется в пачке и банке только в Китае, крупной китайской компанией Hunan Tea Group, которая признана национальной сельскохозяйственной компанией Китая. Данную позицию можно заказать в торговом доме «Рубин».